Боже, предел судьбы. Уж лучше на виселицу, честное слово. Передай леди Кэтрин мои сердечные соболезнования. Флинн, не говори так. Нужно надеяться, что леди Джайна все еще жива. Ее отвезли на предел судьбы, а не на мыс надежды. Спорим, что кое-кто сможет вытащить ее из этого ада. Вот это да. Что сказал бы Сайрус, узнаю на таких спорах. А, Флинн, я это образно. Ради леди Кэтрин молю, чтобы ты ошибался. Да. Я тоже. Чем могу помочь? Ветер. Удалось узнать, куда увезли Джайну. Есть ли еще надежда? Ветер и волны, да, предел судьбы. Это остров, куда ссылают самых опасных преступников и предателей. Оттуда нет возврата. К нему могут подплыть только жрецы моря. Думаю, они не стали перечь Эштейн, когда та приказала отвезти туда Джайну. У меня нет времени на пустые разговоры.